только что в Твиттере опубликовали, когда человек встречает своего человека, ему достаточно 0,12 секунды, чтобы влюбиться. А вот чтобы полюбить, придется принять решение. Поэтому мы влюбляемся, не замечая того. Но влюбленность – это начало любви. Если влюбленность не перерастает в любовь, то есть мы не принимаем решение любить, то влюбленность перестает таковой быть. Вообще влюбленность, она появляется регулярно, но лишь для того, чтобы нам дать повод задуматься о любви и принять решение. Так мы будем учиться любить? Или если мы постоянно влюбляемся, мы остаемся в первом классе, постоянно остаемся и не переходим в следующий класс. Когда мы принимаем решение любить, мы как в школе, во второй, в третий, в четвертый, в пятый и далее. Меня зовут Евгений, я психолог, отвечу на вопрос, дам практическую рекомендацию. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал и пока, до следующей встречи.